первый матч начался. Зачем покупали? Хлопья купили. Шахтерские. Хлопья. Чего? Палочки, палочки. А здесь может быть сюрприз, Вань? Нет. Да. Нет. Вот, смотри, написано. У каждой партии сюрприз. Пошиши. Кушай и ищи. Так, 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 так. Ну. Вот, смотрите, что я нашел в Ваниной пачке. Это у нас кто? Это у нас Шахтар. Это у нас в том матче играл. Ну, не в том году. Давайте сейчас на шар будем клеить наклейки. Они будут держаться? Думаю, да. Давай дома лучше. Да нет, давай еще. Так они это, они не клеющие. Они наклейки. Вот это отрываешь. Попробуй? Угу. Или на форму? На форму. Так это магнит? Да, я ж тебе чё могу. А, это магнит. Ложи себе вот так. Аккуратно ложи. Мы с магнитами. А вдруг мне Рональдо попадет? Как у меня прическа. Так Рональдо ж в Шахтёре да, не играет. О, ну редко. О! Ну. Ваня, ты что, видел? Там группа семейства. Ну, там чай будем или нет? Давай! Один, два, три! Шахтер! Давай еще. Раз, два, три. Шахтер! 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 Ну да, ворота еще не поменялись. Шахтер! А ну еще громче пробуй. Давай. Давай, ну. Шахтер! 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 Волосы не сорвешь? Ты уже немного сорвал. Когда волосы. Я как будто разговаривать? Да. Ну давай, смотри, штрафной будет бить. Я бы точно в девяточку попал. Наверное. Будет стоить провести футболиста.
провести? Ну, на поле. Я не знаю. Хотел бы я провести. Так. Зона Мариуполя. Дал за ни тому. Ваня, ножки опусти, не надо так. Не пачкай. Ваня, не надо, не красиво. Папа! Ну что? Я на коленке. Вкусно? Будем теперь каждый раз это покупать по 3 пачки. А ты ел? Нет. Так попробую вначале. Не хочет, все, не мешай. Ну, Ваня. Ваня, одну попробуй еще. Постоянно не могу кричать. У меня с горла. Шар! О! Шар! Вам вдвоем теперь. Ну нормально, ну что. Потренируйся, а потом будешь. А вообще в мире Барселона.
угодно ж, давай. Чтоб не все. Шапка! Давай, прыгнуть. Давай. Молодец. А ну крикни ты. Давай, ну. Шашка! Давай, ну. Шашка! О, молодец. Ну, как умеет. Зато громко получается. Молодец, кричи еще. Не, ну как, они воротами, вот, тоже до этого там, слева был, нет, ну, слева был вратарь Шахтер, да, а теперь здесь Шахтер. А почему у них вратарь другой? Потому что до этого вратарь Шахтера был на той стороне, слева, теперь он справа. Вратарь тоже остался, да, он же за Шахтера играет. Давай, вперед. Ну. Ты пить будешь, Ваня? Да. Это мое. Ну какая разница, пошел мы будем. Два стакана тянуть. Да. Палочки. Да, ешь. Шашка! Мария, разольешь. Руками. О! Меняет местами, видно. Устала или тренера не устраивает, как играет. А сколько запасных? Ну, там тренер выставляет сам. А сколько всего футболистов в команде? Я знаю, что максимум где-то 30. Мариуполь аж сам засмеялся. А здесь есть номер 10? Карате идут. Карате, видишь? А? Карате опять идут. Карате? Вот же. Шахтеровские карате. Терпи, мужик. Ну правильно. А работа такая. Вань, допьете потом. Когда я туда попью, а дома спою я сам. Ну куда ты толкнул? Сейчас заберу. А что еще? Того толкнул, того.
Что он хочет? Пить? Да блин, он пить хочет. Ну, короче, час. Полтора часа. Сосиску тебе задаю.
Ванечке будешь Ваньку же? Сказать терпи. Поеду. Можешь сказать терпи. Я не знаю. Давай, быстро, быстро, быстро. Оп. Минус 69. Сколько будет? 15. Ай, ну тут пробили. 90 минус 69. Сколько будет? 19. 9 и 9, 8. Ты что, балбес вообще? Да, 9, 10 и 19. Будешь математикой у меня заниматься постоянно. Я знаю математику. Я очень миллион лошадь. 5, 3, 6, 15, 18. Составил на поле выходит номер 14, Антон Пайдам.
первая сильная команда. Домой. Сейчас еще немного. Закончится и пойдем домой. Да. Да сразу же ты бей. Не останавливайся. Ты типа не сядь. Вань, не видно, да, не сядь. Давай. Водиться долго не надо. Водиться, водиться. Давай! Ну, то гетры называется. Гетры. Чтобы, когда они вот это проскальзывают на ноге, чтобы у них ран не было. Да? Типа того. И вылет сын. И утячки. Это вот судья подошел. А утячки летят. Да. Да он, Вань, просто на одной ноге надо меньше скользить. Теперь она у них кроссовки у всех разные, не одинаковые. А ты что, не знал? Бывает вообще синий и зеленый. Бывает и так. И у Мариуполя тоже разные. У одних у Шахтера и желтые. У меня голова. А. Пойдем на мой дух. Ничего, сейчас. Вань, 16 минут осталось и пойдем. Вань, это мало. А мне хотелось бы еще. Ай! Как 4 было, так и осталось. Что-то они наросли. Жаль, что не могут людей впустить на поле и пофоткаться с футболистами. Скажи, было бы круто. Дружи, и мы с ними гуляли. И они были наши друзья. И зацепили нас. Зацепили. А ты Ваня, ну все. Далеко пробил, ну. И куда? Своей лысиной. Папа, дай палочки. Это не мои. Да ешь, какая разница. Ну что, доедай, потом дома обтягаться будем. Мы ж одна семья одна. А, не успел. Стоп.
футболку. За футболку он его схватил. Штрафной, почему бьют? Нарушение правил. Корпус. Он же его схватил. Давил на жалость, а вдруг был. Ну давай, 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 быстрее. Ты себе штраф не стой. Что ты хотел? Палочки съели, все? Там крошки одни мои. Хорошо, кстати. Все. Дай попить. Вань, сиди сейчас.
хорошо, 8 минут осталось и пойдем. Нет. Отбирай!
забираешь мяч у него. Перевяжешь рукой, давай телефон отключим, тут скоро сядем. Давай. Давай, давай, давай! Бей! Да ё! Да что ж, капец! Забери же меня! Давайте еще гол забейте и пойдем домой. И быстрее, 2 минуты осталось. 2 минуты, пожалуйста. Все, девочка. Ваня, дали, дали. Все. Сиди. Давай, давай. Вот давай. Раз, два, три. Шахтер! Давай, давай, ну. Давай сейчас. Ой, быстрее бегать надо. Вперед. Шахтер! 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 Еще раз. Шахтер! Судья может добавить, там же они были. 1, 2, 3, гоу! Фу! Главное, не добавил. Добавил время. А сколько? 2 минуты, он же сказал. Ты что, не слышал? Шахтер! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Шахтер! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Шахтер! 1, 2, 3! Шахтер! 5, 1! 6, 1 надо! 1, 2, 3! Шахтер! 1, 2, 3! 2 минуты! Ну кричите двоем, чего? Я у меня голову. Шахтер!